23,90 у Александра Карачева. Кто напросил? 62. 62? Угу. А у меня вообще ничего нет. Елисеев Сергей, номер 62 на трассе. Почему у тебя ничего нет? Ну, не знаю. Ничего у меня ничего нет. Какое время у Елисеева Сейчас. Сергея? Сейчас, ребят. Сейчас. Что-то у нас тут хуйня какой-то произошел. Пятьдесят два. Тебя интересует? 62. 62. 62. Последний. Вот кто сейчас ехал? Ну-ка, не, ты его не запустил. Такой стесняй, что он вообще пролетел мимо. Какой номер ты сейчас был? Какой? Был 62. Ехал 62, финишировал. Ну, значит, перестарт ему. Точно 62? Сейчас, да. Подожди немножечко. Других не было. Сейчас, у меня тут клин. Чего это тут клинит? Пятьдесят шесть у меня на старте, на трассе. Ничего не слышал. Технический перерыв. Так, сейчас, секундочку. Вот он идет, Серега. Вот он финишировал, Елисеев Сергей. Ну, время. Ну что, перестартовку ему? Да. 56-й у него? 62-й. 62-й, понятно. Вот он стоит, смотрит время свое. Понятно. Значит, 62-й номер, Елисеев Сергей. Просьба подняться на перестартовку. 62-й номер, Елисеев Сергей. Просьба подняться на перестартовку. Какой номер на старте? Это я ошибся. Я прошу прощения. Финиш готов для номера 66. Стартовал участник под номером 66, Литовченко Константин. Финиш готов. Литовченко Константин показал результат 22.75. Результат Литовченко Константина 22.75. На трассе Ахманов Сергей, номер 67. Финиш готов. Он финишировал с результатом 21.33. Ахманов Сергей, 21.33. Кто стартовал? 69-й. На трассе Фетисов Александр, номер 69. Финиш готов. У Фетисова Александра результат 24.25. 24.25. Результат Фетисова Александра. 74. Стартовал участник под номером 70, Парфенов Алексей. Финиш готов. Парфенов Алексей показал время 23.14. Финиш готов. У Парфенова Алексея результат 23.14. Стартовал участник под номером 74, Бешенцев Сергей.
Финиш готов. Бешенцев Сергей показал время 19.09. 19.09. Результат Бешенцева Сергея. А на трассе Никитин Вадим, номер 77. 8. Финиш готов. Результат Никитина Вадима 20-27. Результат Вадима Никитина 20-27. Стартовал Латыпов Александр, номер 78. Финиш готов. Его результат 22.94. Латыпов Александр показал время 22.94. 6-2. Сейчас кто идет? 81. На трассе Янковский Алексей, номер 81. Финиш готов. Результат Алексея 20.90. Результат Янковского Алексея 20.90. А стартовал участник под номером 62 Елисеев Сергей. 8-2. Елисеев Сергей показал время 20.75. 20.75. Результат Елисеева Сергея. Стартовал участник 84. Под номером 82 Сафронов Михаил. Финиш готов. Сафронов Михаил 19.74. У Сафронова Михаила результат 19.74. На трассе Фетисов Алексей, номер 84. Кто на старте? Фетисов Алексей 24.82. Кто на старте? У Фетисова Алексея 24.82. Еще раз. 9.0. 9.0. 90. Кривлин скотина опять пропускает свою очередь. Непостижимо. Это вот натура такая. Да. Готовность. Финиш готов для 90-го номера. Финиш готов для 90-го номера. Рыбин пробежал от толчка. Стартовал участник под номером 90, Беляев Сергей. Уткин, ёлкин. Беляев Сергей финишировал с результатом 22.67. А до Уткина еще и зайцев. 22.67. 87. Результат Беляева Сергея. Зайцев, Уткин, ёлкин. Финиш готов для 8-7. Стартовал участник под номером 87 Ривлин Александр. 9-8.
Финиш готов. Результат римляна Александра 18-61. 18-61. Результат римляна Александра. Финиш готов для 9-8. Стартовал участник под номером 98, Ёлкин Алексей. Финиш готов. Результат Алексея 17-24. Результат Ёлкина Алексея 17-24. Кто на трассе? 9-9. Нестрюков Александр, наш юбиляр стартовал. 101. Мистрюков Александр 17-31. Результат Мистрюкова Александра 17-31. Кто стартовал? 101. 101? Да. Старт принял участник под номером 101 Пасконов Владимир. 103. Пасконов Владимир показал время 19:38. 28. Поправка. Пасконов Владимир. Результат 19:28. 19:28. Результат Пасконова Владимира. На ту дыру, вот где, 103 номер стартовал Лазарев Андрей. 104. Да. 104. Финиш готов. Лазарев Андрей финишировал с результатом 19:31. Потом скажу, сейчас нет. 19:31. Результат Лазарева Андрея. Стартовал Ервелов Михаил, 104 номер. Финиш готов. Ервелов Михаил финишировал с результатом 18:80. 18:80. Результат Ервелова Михаила. А на трассе Кузнецов Дмитрий, номер 105. Лежа, Ёлкин, Уткин. Ёлкин, Уткин, Зайцев. Отмечал 23 февраля явно, Димка. Так он еще никогда не падал. Я хочу вам сказать на соревнованиях. Ну что, все, да, снимаем его. Кузнецов Дмитрий не финишировал. Финиш готов. Обалдеть. А, стоп, стоп, стоп. Номер какой на старте? Финиш готов для номера 106. Деревянкин Максим стартовал под номером 106. Финиш готов. Деревянкин Максим показал время 17:71. 17:71. Результат Деревянкина Максима. 1-1-1-1-1-1-1. На трассе Юргаев Михаил, номер 110. Так и забить. Финиш готов. Юргаев Михаил финишировал с результатом 18:86. Результат Юргаева Михаила 18:86.
стартовал Новиков Антон, номер 111. 114-й Гераськин. Он открывался раз. Угу. Сейчас всех порвет. Финиш готов. Это не равно себе. Новиков Антон показал время 20:64. Вот он. Новиков Антон 20:64. На трассе Гераськин Александр, номер 114. Финиш готов. 17. Он так идет плавно, кажется, вроде. 17:83. Время Гераськина Александра. 17:83. Лучшее время, по-моему. Финиш готов, я уже говорил, на 116-й. Нет, 17:24. А у кого? Моего любимого Ёлкина. Стартовал Мельников Владимир, номер 116. Нет. Слушайте, а 117 это Ежов. Финиш готов. Не там поставили его, не там. Да. 21:16. Результат Мельникова Владимира. 21:16. Финиш готов. Мельников Владимир. До 117 номера. Какой номер на старте? 117. Стартовал участник под номером 117 Ежов. Принято. Сергей. 128. Ух ты. Финиш готов. Ежов Сергей финишировал с результатом 20:06. 20:06. Результат Ежова Сергея. 132. Крохин Олег на трассе номер 128. Финиш готов. 20:13. Результат Крохина Олега. Крохин Олег финишировал с результатом 20:13. 133. На трассе Татаринов Дмитрий, номер 132. Капитан Татаринов. Финиш готов. Вчера по телевизору показывали. Татаринов Дмитрий финишировал с результатом 19:38. 19:38. Результат Татаринова Дмитрия. На трассе... Это что, едут? Да. На трассе 133 номер, Мусалов Сергей. А я думала, заглаживающий. Едут. Даже осеклась. Что-то заблудился. Он первый раз... Видишь, готов. Читаю, что ходила девушка, 30 раз меня спрашивала, куда я, мочевое. Мусалов Сергей показал результат 29.